Утро доброе, дамы и господа, судари и сударыни, с вами Жил 25, сегодня у нас будем качать кретинец, да, кретинец, ну, просто нулевой уровень, увеличивать шанс критического удара на 10%, а полная табличка у меня будет в комментариях под видео. Я тут прикупил, собственно, все-таки я решился, и в старой лоне красоты я прикупил несколько вещей себе, в качестве вот пару свитеров прикольных таких, вот коричневый прикид и такой коричневый прикид, собственно, и штаны вот скупил, вот такие штаны все скупил, да такие, не знаю, думаю, надо скупать что-нибудь, ботиночки себе купил вот такого цвета, собственно, пока вот такие прикиды у меня есть. Да, ну что же, ну а представляете, да, купил прикид и сразу суперпризы начали выпадать. Сменил прикид, переоделся, опять суперпризы начали выпадать в подарочках. Я доволен. Итак, у нас клуб Эльфландия. У вас последний шанс прокачать питомца, ёпта. Да, пета, ёпта. Да, последний шанс. Ну что, давайте, открываем. 10. Вот ради вас стараюсь, ради вас записываю. Давайте посмотрим, что у нас вообще выпадет или не выпадет. Ну, собственно, давайте взглянем на эту штуку, которая у нас дается. Итак, собственно, питомец не падает, я так понимаю, увы. Ну и последний, все. Мы получили амулет кретинец. И вот, кстати, да, я первый раз его прокачал. И первый раз вижу такую картинку с ногой. Прикольно, что. А дальше уже 15 походов будет. Но нет, я качать его не буду. На этом мы закончим. Кстати, где он? А, да, давайте откроем пару ящиков. Наверное, там подальше пару ящиков. О, карточка. Так, да, перейдем на зеленый ящик. И, да, торны получим. Сейчас вот откроем. Если нам... О, смотрите, да, переключаемся на золотой. Открываем золотой. 2400. Отлично. Чем больше торнов, тем лучше. Так. Это у нас мы и жрем. Это, блин. А чё? Какого хрена, блин? Я не хотел тогда это жрать. Вот, собственно, у нас мармеладка кончилась вроде как. Время действия истекло. Давайте съедим. Давайте это съедим. А вот наш амулет, кретинец. 15% дает. Так, а я, да, ничего не могу, да, поменять. Ну, значит, попозже... А, вот, надо эту штуку продать, чтобы место освободить. И этот, в общем, склад... В общем, он в экипировку его, да, добавляем в поиск героя. И на этом все, пожалуй, заканчивается. Ну вот и все, ребята. Амулет у нас есть. Где время его 15 дней. Спустя 4 дня вы можете продлить амулет на любой уровень, если хотите. Всего 5 уровней. Ну, грубо говоря, 6 с нулевым. Ну и все. Ничего такого, в общем, питомца нет. Ну а питомец у меня, да, 17-й. Все, пенек. Счастливо, ребята!